Шагавурчан, партироче. Эсор мермеча, меш тамбови, авак ехпар, Сергей ехпар, епископоз ехпара, инке тамбови тараскма, евира тараска, менкунен хайкакан шат, екерецинеш, липецки мер екерецина, евасен кандехели тарбеш, терекунен екерецинеш, урахенгор, мер Сергей ахпере мерета. Я что армянский сказал, ты уже понял, наверное. Амария. Надеемся, в следующий раз он брат уже армянский будет. Телеорхни Сергеевичен, пожалуйста. Барилюс уже закончился. Бариор наступил. А Барирек ждет нас. Аминь. Итак, вся наша жизнь не успеет только начаться, как уже причал. Эдпес эль мэр кянкна, ладер чсксац, артем верчанама. Вонсоруре. И нам надо успеть приготовиться. И мы петке патраственк, вор димаворенк. Но эту работу может сделать только Господь. Батет патраствелу ашхатанк мяйн карог и анел аствац. Я хочу один пример рассказать. Иисус мэм мёринак патмель. Однажды сестра приходит к служителю. Мянкам курике галиса царайоги мод. И говорит, мой муж пьет, что делать? Асмай мамусине алкоголя октагорцам, инчанем. Он говорит, ты хоть раз в жизни поступала с ним по-христиански? Ев, ехпарек, курикин асма, дук канкид меш, тегуз гоня мянкам, кристоня ваэл, варвеле сидает. Она задумалась. Намытаться меш? Она всегда брала большую, тяжелую, старую Библию. Инка миштет мэц, хин, цанр аспадашушнер, верцена мира дзеркин. Пока муж пьяный, она вразумляла его и Библией, и ругалась. Ев, марта вор харпац эдегэл, верцена мэр нан, Хелькер храт тали сампатфомер. Думает, что поможет. Мотацемер вор кокни. И она первый раз в жизни решила прислушаться к служителю. Евет курике кянкам арачи анкам ворошима спасаворин ховин леси. Муж приходит пьяный. Марта харпец харпастуне галис. Кстати, он пил только из-за того, что на себе не могла с ним вести. Воротев мартне хмога эле, воротев каноче чикарецел апри, йолагна. Она первый раз в жизни ему ни слова не сказала. Арачи анкам кине мартин ми бар чи асам, ефор хамастуна гали. Она его раздела, уложила спать. Кине марту шорере ханама, тегашором паркастума кни. Второй день то же самое. Екверт оре нуйнпес нуйнзева варвем. Наступило воскресенье. Кираки ора гали сартен. Она говорит, дорогой, я тебе накрыла на стол. Кине мартин асма, тангагин, еске самар сеганем патрастел. Ты отдыхай, смотри телевизор. Тухангастаци, херустацуй знаи, хацкер. Я пойду на собрание. Ес петка гнам хавакуйти. Он вскакивает и говорит, я с тобой. Марта асмаче, еселем куэт галис. Она напугалась. Кина вахама. Они пришли в собрание. Наранг мамуснует гнамен паштанмунки. Муж стал у стенки при входе. Марта дран мод пати мод кангнама. А жена прошла с подружками, села спереди. Евкина инкеруйнере тарача галис, еварчевнестем. Проповедовал служитель. Карузича карузмеш. Позвал к покаянию, кто хочет. Гравирема, овкер узумен, вор арчев га на пашхарутян. Муж оттолкнулся от стенки, проходит к жене. Марта, патиц, херанунов, галис мотенума кноче. Говорит, пойдем каяться. Кноч нас маригинанг апашхаренг. Подружки говорят, она давно верующая. Энкерюнере, ира мудет курикя мустунас мен, наш шутваниц хаватацяла. Какой давно, только три дня назад. Марта, смаинш наш шутваниц, энтамене ире кора ворескина апашхарема. Смешной, но правда. Цицагеля бацира канецуна. Правда, она всегда смешная. Тишмартуцюна миштела с мацицагеляла. Миллионы людей свою жизнь видят и ищут правды и справедливости. Миллионовор мартик иранс кянки меч пентрумен чешмартуцюн и вартарцюн. Даже если ты в церкви. Ете нуйниз екегецу мечес. Остановись. Кангниш. Иисус дал возможность выше взять. Иисуса хнаравурутюн это веравели барцер верценек. Он говорит, познайте истину, и истина вас сделает свободным. Насмачаначек чешмартуцюна, ев чешмартуцюна дзес азат кани. Что такое истина? Инчен шенакум чешмартуцюн. Твой внутренний мир выше материального. Ко нэкшнашхара барцер марменавор материальный сашхарец, нютакан. И ты сегодня должен, имея свободу, управлять материальным. Ду петка унэнас азатуцюн, вор кунерсов караганас гэкаварес эз нютакан ашхаре. Надо бояться, когда материальное тебя имеет. Мен петке вахенанг, ефор да корцене мэнг.
Иисус был на земле. Иисус երկրի վրա էր. Он не нашел ни правды, ни справедливости. Նա երկրի վրա ոչ արդարություն, ոչ ճշմարտություն չգտավ. Она относительная. Նա հարաբերական է. Я хотел бы обратить внимание. Ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք. Книга Исаии 57 глава. Եսայի գրքի 57-րդ գլուխ 15 стих, вторая часть. 15-րդ գլխի 2-րդ մասը. Я живу там, начинаю. Угу. Прочитай. Исаии 57. 15. 15-րդ Исаии 57-րդ գլխի 15 խոսքի 2-րդ մասից. Ես բնակվում եմ Բարձելում եւ Սուրբ Տեղը, բայց դնում եմ կոտրած եւ խոնար հոգի ունեցողի հետ, որ խոնարների հոգին կենթանացնեմ եւ կենթանացնեմ սրտով կոտրածներին. Կոտրված գոգի. Կոտրված հոգի. Ты на русский должен переводить. А, сломанная душа. Сокрушенная душа. Сокрушенный человек – это другое мышление. Котарвац марте, да уриш мтацела керпи. Надломленный дух. Котарвац хокин. Это измененное мышление от мирского в духовное. Вора вор ашхарик мтацела керпиц похвел дарела хокевор. Несокрушенный дух. Аранс котарвац хокин, анкотрун хокин. Он будет ходить в церковь. На корова екерецик гайл. Но он будет поклоняться своему мышлению из прошлой жизни. На екерецик галов мян кхонарви ира хин мтацела керпи вра, ира мткери вра. На кого Бог презрит? Аствац уменаюм. Не на богатого. Харустин чинаем аствац. Ненавидного. Երևացողին չի նայում Աստված. Не самого разумного. Ամենախելացին չի նայում Աստված. Здесь сказано, что Бог презрит на смиренного и сокрушенного. Այստեղ ասում է, որ Աստված բարձրանում է և տեսնում է կոտրած ու խոնար հոգի ունեցողին. Отцовское, материнское сердце для меня самое дорогое. Հայրական և մայրական սիրտը ինձ համար ամենաթանկն է. Я здесь первый раз. Если стех зермот арачи анкамен. Я несколько размышлений скажу для знакомства. Ез механи меткер касем цанутаналу амар. Первый раз с Иисусом я имел встречу в 69 году. Арачи анкам тер Иисусин ез хандипеци хазайнар ватсунин не тваканин. У меня на глазах скончалась мать от приступа сердца. Им ашки арачин майрес махацав сарти катвацит. Я ребенком перешел в другую комнату и стал кричать в небо. Я просил, чтобы Бог вернул мне мать. Она очень много с детства доброго с Библии вкладывала в меня. Но случилась беда. Я кричал, сказал: Господь, верни мне мать. Я сокрушался. И Господь пришел и вернул мне мать к жизни. Слава Богу. Слава Богу. Она прожила еще много лет, и она выпросила меня у Бога, чтобы я служил Господу. Եվ դրանից հետո իմ մորը շատ երկար տարիներ ապրեց եւ անթատ տիրոջից խնդրում էր, որ ես տիրոջ ծառայեի. В очень юном возрасте я смотрел на себя, как и многие из вас, когда был такой возраст. Я понимал, что я хороший эгоист, и со мной можно договориться. Но я не понимал, как работает эгоизм на самом деле. Бог мне дал жену эгоистку. Аствац инц кин твец эгоист кник. И только тогда я понял, что такое настоящий эгоизм. Я ведь я манак, я саскаца инч аршинака вискакал эгоист. Хартоц, это мы говорим хартоц, чтобы точить. Точи, точи. Напильник это, чтобы точить. Аминь. Аминь. Это еще не все. Да, ладно, дерч, верчи. Господь нам дал 6 сыновей эгоистов. Аствац инц вец сатагата вец, вецнель эгоист.
Болгарка заработала. Болгарка сейчас ашкадели. От нашего эгоизма стало намного меньше. Но мы на этом не остановились. У нас родилось 5 дочерей. Дранец Эдовель, Хинкат, Ахчик, Цемвец, Этелав, Тастмек, эгоист кек. От нашего эгоизма почти ничего не осталось. Мер эгоист, мер... Мер парчунцел, Памария, Банчум, Нац, мер эгоизмит. Не бойтесь, молодежь, рождать детей. Еритасарднер, мег вахена эрехек уненалут. Даже сейчас маленькие внуки, 9, правда. Но они тоже пилят, точат. Инна торник унем, покрен нранк. Вайзнан келен мес ташем. Хэхкэм. Слава Богу. Партироче, слава Богу. Это я немножко о себе. Есаин масин асэци микич. Но все наше семейство, все в церкви. Батим болор энтанике болор екегэцу мечен. Это не моя заслуга. Да им аржанапатвэцюна, чим аржанике чи. Это реальная благодать Господа. Да асцо бацарик шнурна, амэн. Хорошо, отдохнули. Хангэстацанг. Я хотел бы поговорить о очень важном размышлении. Если зумем шат каревор хорти вирахосе. Я хочу говорить о предании. Если зумем хосел преданный. Хайре вонца это пар. Я знал, что тебе надо, чтобы зал помог. Да. Предание ожители ворталисен. Законы, правила предания. Шарангутюн, а? О, все, выучил. Научи, да, все. Не забывай. Не забывай. Предание на Шарангутюн. Героями предания были правители в каждом государстве. Амен петуциан меч, эгелен, рекаварнеж, шарангортнеж, шарангутюн стацаснеж. Эти люди оказывали огромное влияние на нацию и на народы. Эти жоговортнеры мец, бан, мец асэнк, жоговортнери вра, азгери вра, мец влияние синкет, аздецюнен нецэ. Я уже постарел, так что молодой по мне ту Артур Стехчивор переводали. Уже молодой хорошо переводит, я плохо, мне ничего. Ты не волнуйся. Да. Но ложь состоит в том, бац, мит какая нуменеранум, что мы нашим преданием вормег мер навидва жарангутяне устраняем заповедь Божию. Ассо патвиранере мезанить херасноменг. У нас в России есть свои предания. Мер Русастанам мег мер баннер нунек. У вас есть свои. Ухватучуннеры, сапританин, а вы чисто ухватучуннеры. Ага. Зен модель кадзеш ухватучуннеры. Азгайне соволичуннеры. Мы сейчас почитаем книгу от Марка, 7 глава. Марко Саветарали, Йоцьор Глуха Беликартан. Чтобы сократить время. Орбиси Жаманаке. Я напомню. Есть здесь Касем. Первые стихи. Карачи хоске касэнк, седьмой голова. Все, пока с ним остановились. Хорошо. Там произошел конфликтный случай между Иисусом, книжниками и фарисеями. Стэх миан дэп тэгунецав Иисуси ев парисецинери ев оленгенканнери хэт. Они пришли. Дэрангека. И говорят Иисусу. Ев асэцин Иисуси. Почему твои ученики не умытыми руками кушают хлеб? Инчу куашагертнэля алнава дзеркэров хацэнуту. Иисуса вообще это интересовало. Иисусин да антара пешке ирашкелю. Это интересовало местных. Да ирашкелю меж парисецинерин ев оленгенканнерин. Оказывается, в Израиле в то время привнесли 500-600 человеческих преданий, правил. Банист Парсума Эджаманак Исраэлем Гинкарур Вецарур Марткаин Патвиранеж Уорегнерер Дерватс. Для того, чтобы управлять людьми. Орбиси Марткан Згековали. Эти предания были направлены на то, чтобы люди не поклонялись Слову Божьему. Эд Патвиранеле Нерамарей Орбиси Мартик Ацу Хоскин Чихонарвен Чергер Паген. Это самое опасное, что делали книжники фарисеи. Да, меня вытанговорнер, иншфорарел им парисецнерн орецгакнере. Чтобы управлять народом, Орбиси, рекаварен жоговертин, нужны правила не библейские. Нранс петкер патвиранер воч аствадашинчан. Сразу хочу предупредить вас и разочаровать. Гем мянкамиц узмем згушаснер дзез ев хиастапецнер. Братья и сестры, Եղբայրներ քույրեր, так как вы видите друг друга, Եթե դուք մեկս մեկու տեսնում եք себя в зеркале,
Ձեզ տեսնում եք հայլու մեջ. Внешность свою. Ձեր արտաքինը. Вы прекрасно выглядите. Դուք շատ գեղեցիկ եք երևում. У вас хорошая одежда. Շատ լավ հագուստ ունեք. Вообще все святые. Ընդհանրապես բոլորը սուրբ են. Но хочу разочаровать в том, что все, что мы видим, это живет до кладбища. Не обольщайтесь, вы в небе никогда не будете внешне. Написано, что плоть и кровь Царства Божия не наследуют. Я хочу предупредить, аккуратно развивайте свой быт. Комфортная жизнь очень опасна. У нас Украина рядом. Украина мез модике. Мы едем туда кормить. Благовествовать. Многие были очень богаты. Миллионы и миллиарды вложили в недвижимость, в магазины и в быт. Миллионер, миллиардер индрел, аншарж гуйки меч, ханутнер, тарбер, горцерейнунейн. Все горит, все разрушается. Все бегут. Болора пахнемен индевит. Как у нас в Карабахе. Вы тоже пережили свое время. Дорогие мои, вопрос стоит. Харце каянум е неранум танкагинес. Мы вкладываемся в плоть или в дух? Менг мармни меченг дервем меренаца те хоку меченг авеланум. Я с братом Мамиконом очень часто ездил по разным городам. Ез Мамикон ехпоре шат хачах тарбер кагакнер айцелелем. Три года назад мы оказались в Арратской долине. Ерек тари араш менг аратян даштавайрум менг. Я находился примерно... Столько же было людей в церкви. Մոտարապես քան մարդ կլեր այդ եկեղեցին որտեղ էինք. Я примерно говорил на эту тему. Ես նույնպես մոտարապես այս նյութի մասին էսպես նյութի մասն էի խոսում. Я совершенно не ожидал. Ես ընդհանրապես չէի սպասում. Там такая же кафедра, но она была из камня. Որոնտեղ քարից բամբիոներ. Я за нее держался физически. Ես ֆիզիկապես նրանից բռնվել էի. Я увидел, что когда я говорил на эту тему, на меня двинулся дух такого уровня, что я не растерялся даже. Եփոր ես խոսում եմ այդ մասին, տեսնում եմ, որ ինձ գալիս է այն հոգին, զորավոր, որ ես ընդհանրապես չայլայլվեցի. Я повернул голову и смотрел, сколько метров до стены. Ես շրջվեցի ու հետ նայեմ, թե մինչև պատը քանի մետր է. Я приготовился, что вот это действие меня сейчас разобьет об стену. Ես մտածում եմ, որ այդ զորությունը ինձ էսա պատովը կխփի. Я тогда задумался, оказывается, что за преданиями стоит некий дух. Ես մի ժամանակ մտածեցի, որ այդ պատվիրանի հետևից կայնած է ուրիշ ոգի. Есть прекрасные у вас предания. Շատ լավ պատվիրաններ ունենք. Вы накрываете прекрасно стол. Դուք շատ լավ սեղան եք բացում. У вас не отнять это. Եվ դա ձեզանից չի վերցնվի. И многое другое. Եվ շատ բաներ. И мы понимаем, почему у Иисуса был конфликт. Եվ մենք հասկանում ենք, թե ինչու Հիսուս ունեցավ կոնֆլիկտ. Мы видим, что постановление и предание. Մենք տեսնում ենք, որ այդ պատվիրանները դրվածքը они противоречат заповеди Иисуса. Որոնք հակառակում են Հիսուս Քրիստոսի պատվիրաններին. И сегодня многие христиане также живут и исполняют предания. Եվ այսօր շատ քրիստոնյաներ ապրում են եւ այդ պատվիրանները պահում են. А слово Божие в пренебрежении. Բայց Աստծո խոսքի վրա ուշադրություն չեն դարձնում, չեն պահում. Почему сегодня мы, приходя в церковь, занимаемся судами? Ինչու համար այսօր, երբ որ մենք գալիս ենք եկեղեցի, զբաղվում ենք դատելով? Написано, и так неизвинителен всякий человек, судящий другого. Գրված է, որ ամեն մեկին, որ դատում է, Господь нам не разрешает это делать. Աստված մեզ թույլ չի տալիս, որ մենք մեկս մեկու դատենք. Но мы делаем. Բայց մենք անում ենք. Давайте посмотрим, в 7 главе 6 стих говорит. Маркос Аветаран, 7-й глух, 6-й համար նասում է.
Նայել պատասխանեց եւ ասեց դրանց. Եթե թե Եսային լավ մարգարեացավ ձեզ կեղծավորներիդ վրա, ինչպես գրված է. Այս ժողովուրդը շրտունքներով է պատվում ինձ, իսկ նրանց սիրտ ինձանից հեռացած ջոկված է. Правда интересно. Это не про հետաքրքիր է. Я думаю, что это не про нас сегодня. Ես մտածում եմ, սա մեր մասին չի այսօր. Չէ? Չէ, մեր մասին է, թե չէ? Говорит, скажи, да-да, про нас. Это вы должны себе сказать. Да, дук, петки, амен, мека, цез, асек. Друзья мои, я не хочу, чтобы мы продолжали после этого служения устами говорить, обманывать Бога. Я ж чем узум, ворес, царайцун, цедо, барекамнер, мэнк, шуртеров, хосен, гевастун, хапенк. А сердце наше в плоти. Возьмешь сирта, мармани мече. Сам Христос выступает против религиозной системы. Иисус Христос инка коронакан системин деме, который ставит нормы и правила выше нужд человека. Воронгор нормер у патвиранерен дену марту карикнериц веш, карогучуниц барцер. Заповедь Божия гласила. Асо патвирана хосуме, асуме. Что при выше всего. Ворамениц веш. Требование любви. Ас патвирана силу, паханжне. А заповедь законников. Иск Оринакарнери патвере говорила Асума превыше всего требования нормы правил. Аменис барцер та паханжнерна паханжнерну патвиранерна. Седьмой стих. Йотсерорд хоска. Евзур тегнен паштуминц. Соореснелов анписи вартабедуцюннер вор марткан с патвираннерен. Мы видим здесь говорится, что впустую чтут меня. Стехтестмен говорасма антеген инс паштум. Пуч. Нет уважения. Харганг чка. Уча заповедям человеческим. Марткаин авандуйтнерен соурецнум. Если быть честными, у нас так много заповедей человеческих. Ете анкезинен менк ичкан марткаин патвиранер унэнк. Которые противоречат написанному Евангелию. Воровор хакаракуме аветанин аст гэрвац хоскерин. Восьмой стих. Утьерорд хоска. Որտեւ Աստծո պատվիրանքը թողած սպահում են մարդկանց ավանդույթները, անոտների եւ ամանների լվացումներ եւ սրանք նման եւ սրանց նման ուրիշ էլ շատ բաներ է կանում. Мы видим здесь, что мы можем оставить заповедь Божью и держаться предания человеческого. Մենք տեսնում ենք այստեղ, որ կարող ենք Աստծո պատվիրանքը թողնել եւ մարդկանց պատվիրաններից բռնել. 9 стих. 9-րդ խոսքը. Եվ նրանց ասեց. Լավ է կանարգում Աստծո պատվիրանքը, որ ձեր ավանդությունները պինդ պահեք. Братья и сёстры. Եղբայրներ քույրեր. Имеем ли мы право отменять заповедь Божию? Արդյոք մենք իրավունք ունենք, որ Աստծո պատվիրանքները փոխենք? Чтобы своё измышление поставить выше Божьего. Որ մեր մտածումները Աստծո խոսքից բարձր դնենք. Мы сейчас только говорили в церкви. Մենք այնտեղ նոր եկեղեցում խոսում էինք. Книжники и фарисеи нашли женщину, взятую в прелюбодеяние. Օրինականներն ու փարիսեցիները մի հատ կնոջ գտան, որը որ անբարոյության մեջ բռնվել էր. Они подошли к Иисусу и говорят: «Нам Моисей разрешил таких лишать жизни». Մոտեցան Տեր Հիսուսին եւ ասեցին. Մովսեսը մեզ իրավունք է տվել, որ այսպիսիների կյանքը վերցնենք, մերցնենք սրանց. Они пытались даже Иисуса обвинить. Նրանք փորձում էին նույնիսկ Հիսուսին մեղադրել. Он долго молчал. Տերը երկար լռում էր. И отвечает. Եվ պատասխանեց. У вас всё хорошо? Ձեր մոտ ամեն բան լավ է? У вас нет грехов? Դուք մեղքեր չունեք? Бросайте. Շպրտեք քարը. Совесть заработала. Խշմտանքը սկսեց աշխատել. Камни выпали. Քարերը ընկան ներքև. Они ушли. Նրանք հեռացան. Иисус обращается к женщине. Иисусը դարձավ կնոջը. Это самое уникальное, что Бог доказал в этот момент. Դա շատ ունիկալ էր, որ Աստված ցույց տվեց այդ ժամանակ. Женщина, где твой обвинитель? Գնոջը հարցրեց կին, ուր են քեզ մեղադրողները? Չէ. Չէ, нету. Иди. Գնա. Я тебя не осуждаю. Ես էլ քեզ չեմ դատում, գնա. Сколько любви. Ինչքան սեր. Она родилась на Голгофе. Այդ սերը ծնվել է Գողգոթայից. Она сегодня звучит к тебе, брат и сестра. Այսօր այդ սերը, այդ ձայնը քեզ ասում, եղբայրս ու քուրս. Господь наперед столько дал времени. Աստված քեզ ինչքան ժամանակ է տվել. Он знал, что ты будешь правду искать. Նա գիտեր, որ դու պետք է ճշմարտությունը փնտրես. Справедливость. Արդարություն փնտրես. Он знал, что ты будешь много раз согрешать. Նա գիտեր, որ շատ անգամ պետք է մեղանչենք.
Эта же самая любовь сегодня говорит тебе, что он тебя любит. И это отпущенное время, чтобы ты исправился. Итак, мы уже видим в данный момент разница между служением книжников и фарисеев. И служением Иисуса Христа. Аминь. Амен. По какой причине ты приходишь в церковь? Ինչ պատճառի համար ես դու գալիս եկեղեցի? Тебя кто-то заставил? Ինչ որ մեկը քեզ ստիպել է, որ գաս եկեղեցի? У вас служители палками не загоняют сюда? Ձեր ծառայողները փայտով ձեր չեն քշում բերեմ ստեղ? Слава Иисусу за его любовь. Փառք Իսուս Քրիստոսին իր սիրո համար. А мы её применяем? Իսկ մենք այդ սերը ընդունում ենք? А мы ей живём? Իսկ մենք այդ սիրով ապրում ենք? А наш дух сокрушён? Մեր հոգիները կոտրված են? Мы разрешаем Богу, чтобы было отцовское и материнское сердце. Я вчера шел по Еревану, поздно. Одна женщина сидела, просила подаяние. Я не понимаю, о чем она говорит. Мы проходим мимо, она в спину кричит. Я брата спрашиваю, она нас проклинает? Если ты сегодня попал в горькую, сложную ситуацию, тебе родственники причинили много боли. Кто-то у тебя что-то взял и не вернул. Несправедливо к тебе отнеслись. Может быть, тоже ты огорчился и стал проклинать. Господь говорит, благословляйте, ибо вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. И нам нужно покаяться. Кто сегодня в горечи не принимает Слово Божье. Первая книга, книга Иакова, первая глава. Второй стих. С великой радостью принимайте, братья. Сестры тоже. Когда впадаете в различные искушения. И 12 стих отвечает. Блажен человек, который переносит искушение. Быв испытан. Он получит венец. Если ты не позволяешь Богу причинять тебе боль, это единственное лекарство, который меняет жизнь человека. Больше ничего не меняет. Я однажды стоял на молитве и говорил: Господи, мне так больно. Дух Святой заговорил с моим духом. Он говорит: сын мой, это я послал этих людей в твою жизнь. Они тебе причинили много боли. Они забрали много здоровья. Это я твоих родственников послал, чтобы они причиняли тебе боль. Я хочу изменить тебя. Ибо я тебя готовлю для себя. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. А мы боимся, когда больно. Не защищайтесь. Прекратите себя жалеть. Иисус хочет тебя приготовить для неба. А ты сегодня думаешь, тебя обидеть нельзя. К моей жене однажды приходили молодые сестры, спрашивали, как ты можешь справляться с такой семьей. Она говорила: поменьше себя жалейте. Еще чуть-чуть. Что есть Царство Божие? Царство Божие, что такое? Мы туда хотим?
Это единственная организация, которая любит грешников. Больше в мире нигде нету ни одной организации, где бы любили грешников. Дамья казмакергутюна, вор мегаворнерин сирем ашхарам, воч метписи, тех чка, вор мегаворнерин сирен. Мы пришли не на богослужение. Мы пришли получать знания, чтобы заниматься богослужением, выходя на улицу. Сотни людей умирают. А мы им не говорим о спасении. Кто запретил церкви благовествовать? Личное благовестие не запрещено никому. Это ложь дьявола. Это сатанаи хапканкна. Ведь тебе кто-то благовествовал. Ты сегодня в церкви. Почему ты другим молчишь? Праведность. Царство Божие, праведность, мир и радость во Святом Духе. Я знаю, что многие из вас давно уже не плакали перед Богом от радости. Но бремя мирского мышления просто захлестывает нас. Прекратите расстраиваться. Мы ничего с собой не заберем. Мы должны довольствоваться, чем Бог нас благословил. Аминь. Если сегодня с Богом есть мир, если с семьей и с церковью у вас в мире все, а если сегодня здесь хоть один человек находится, и он не простил хоть одному человеку, на балконе вас тоже касается. Вы на 3 метра выше к Богу, чем здесь. Дорогие мои, если у кого-то нету мира с родственниками или со знакомыми, вопрос спасения остановлен. Если мы не прощаем, нам нет прощения. Мы сейчас только говорили в той церкви, в молитве «Отче наш» есть одно место. Прости долги наши, как и мы не прощаем должникам нашим. Че? Я не так сказал? Я это сказал для тех, кто так живет. Не прощает. А Богу излагает: Господи, я прощаю, ты меня прости. Я боюсь, что это ложь. Вы себя не любите в этот момент. Вы заражаетесь болью к тому, кто вас обидел. Болеете, болеете. Не болеете, жараза, слава, хорошее слово сейчас армянский думает. Дук варакмек. Нам нужно перед Богом встать в состояние свободы. Пусть кто вас обидел, он разбирается перед Богом. Вы ложитесь спать и просыпаетесь, а он перед вами с болью. Помолитесь и простите этого человека. Себе подарите свободу. У вас высыхают кости. У вас дух болит. Мы обманываем Бога в молитве. А мы говорим, что Царство Божие, праведность и мир. Если возможно с нашей стороны, мы должны быть в мире со всеми людьми. Я сегодня не пришел к вам огорчать вас.
Вы можете мне сказать, что ты русский, ты не все понимаешь, как нам нужно жить. Я хочу, чтобы вы в Духе Святом радовались. Я в эти дни в Ереване очень много пролил слез от Божьего присутствия. Мне не стыдно говорить эти темы. У меня нет людей, кому бы я не простил. Если ты любишь, ты можешь прощать. Если нет Божьего присутствия, ты никогда не будешь прощать. Сильные люди прощают. Слабые – че. Туйлере – воч. Я своей жене задал вопрос. Я знаю, как за жен говорим, так сразу перевод другой. Он это еще в лагере я делал. Я уже постарый, все. На старость не сваливай. Простите. Больные сахарные диабеты всегда сваливают то, что у них нервная система взрывная. Я виноват, я. Видите, я какое сердце, он и каяться может, да. Слава Богу, да не переживай. Да. И я говорю, Таня, если им, конечно, осмен, Таня, вот мне в Евангелии написано, как относиться к жене. Я должен ее любить и приносить Божие присутствие, потому что Христос – глава отцов и мужчин. Братья, я не знаю, на армянском, может быть, для мужчин не так написано? Так? У нас написано, что муж – голова жены. Не, он должен первый пункт, это второй пункт. Я уже понимаю, сейчас уже выясняем. Друзья мои, я про себя говорю, я не про вас, я про себя говорю. Если бы масса не масса. И стоит вопрос. Я ей спрашиваю, она говорит, ты исполняешь. У меня нет претензий к тебе. Тогда я ей говорю. Прочитай, что тебе Бог говорит. И постарайся перед Богом выразить себя. У нас прекрасные отношения в браке. Все дети и внуки в церкви. Не из-за того, что сегодня мы какие-то особенные. Наш Господь – Творец брака. И Он будет благословлять не тогда, когда мы предание ставим выше Евангелия. Братья, за что меня уважать, если я Божьего присутствия не приношу свой брак? Давайте сегодня Божье присутствие позволим, чтобы приходило в наш брак. Не надо видеть детей наркоманов, преступников. Господь руки свои положит. Он будет разрушать проклятие, которое сегодня пришло, когда вы вели себя неправильно. Итак, завершая. Матфея 5:20. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников фарисеев, в моем царстве вам делать нечего. Теперь понимаем, что за праведность у книжников фарисеев. Законы, правила. Но Иисус учил любви. А закон учил убей. Что убивает буква? Инче вор спануме тарре. Чувство и любовь. Згасмунка ев седе. И отношения. Ев хараберитюне. Можно ли жить в браке без чувств?
Արդյոք կարող է ամուսնական ընտանիք առանց զգացմունքի ապրել իրար հետ? Ոչ. Нет. А я видел людей, которым 80. Они обнялись и идут. Руки трясутся. Это в России, да? Или здесь? Конечно, в России. Я же здесь не живу. Вы так испугались. Асва утанасун тарекан мартукирен сенс татфац ирар эт гнемен асем Русастан, тестег асма Русастан. У нас до 80 лет мужчины не живут, поэтому спрашивай. Слово Божие надо исполнять. Да, чтобы дожить. Нам нужен сейчас живой Иисус. Мес петка айсор кентани Христос. Аминь. Нам нужно сердце отдать Богу. Мес петка вор мес сертере танк тироче. Чтобы он благословил каждого мужчину, каждую женщину. Вор на амен тага марти амен кноч амен эреху орхни. Короткая молитва.